Здравствуйте, дорогие друзья! Я Мороз Алексей, компания «Кровмонтаж». Мы продолжаем наш цикл в Абабурово по постройке каркасного второго этажа в доме. Старый сруб. На нем стоял мансардный этаж. Находиться зимой было очень холодно. Наш клиент захотел расширить помещение второго этажа, сделать полноценный каркасный второй этаж. Чем мы и занимаемся. Реконструкция коснулась и веранды. В планах нашего клиента разместить там кухонную зону. Здесь была веранда, мы ее разрушили. В ней было очень холодно. А кухонная зона, как известно, это сердце дома, где человек проводит большую часть своего времени. К тому же, на старой веранде был уже прогнивший обвязочный брус. Поэтому было принято решение разрушить старую веранду и построить новое каркасное помещение. Чтобы вывести половые лаги в нужный нам уровень, пришлось наращивать кирпичом существующий фундамент. Половые лаги мы запилом устанавливали, крепили дополнительно уголками. Итак, хочу коснуться подробно вопросов тех, которые вы задавали в ваших комментариях, что вас интересует. А именно, обвязочный брус. Что это такое? Задача обвязочного бруса – выровнять в общую диагональ и в уровень плоскость. А уже на обвязочном брусе будет стоять наш каркасный второй этаж. Так как у нас деревянный сруб, поперечные лаги потолочные, с междурядием примерно 80 сантиметров, обвязочный брус соединяет эти лаги между собой и усиливает конструкцию. На угловом соединении обвязочного бруса выпиливаются запилы и крепятся жестко на гвозди. Все соединения каркаса к обвязочному брусу крепятся на усиленные уголки. Для обвязочного пояса мы используем брус 100 на 200. Для возведения каркаса второго этажа мы использовали доску 200 на 50. С междурядием 58 сантиметров, чтобы утеплитель, который имеет стандарт 60 сантиметров, с нагтиком входил в это междурядие. Что еще придает устойчивость каркасному строению? Это укосины, которые делаются на каждом углу здания каркасного. Потолок второго этажа подшили пароизоляционной пленкой Ютафол с проклейкой стыков двусторонним специальным скотчем и подшили обрешеточкой. Все стыки обязательно должны проклеиваться. Почему? Потому что теплый воздух будет подниматься и встречать паробарьеры. А это значит, что минимум будем теплопотерь, экономия на газе,
и на теплоносителях. Утеплили 200 мм утепления, пароизоляция, сверху гидроизоляция. Перекрытие, балки 200 на 50, впилены в наши стойки. И с двух сторон это держит металлические пластины оцинкованные на саморезы. Чтобы увеличить площадь, клиент на 60 сантиметров стены приподнял. Он рассчитывал здесь мансардочки для хранения старых вещей, которые жалко выбросить. Но когда увидел это помещение, понял, что здесь дополнительное жизненное пространство. Пространство никогда лишним не будет. То, что вы сегодня считаете, что вам достаточно, поверьте, в будущем вам понадобится еще. Поэтому нужно планировать и строить с запасом. И вот прошли каких-то 3 недели. Пожалуйста, дом совсем не узнать. Здесь просматривается очертания большого каркасного дома. А другого решения здесь и быть не могло, так как первый этаж дома составляет сруб. Кирпичом уже не надстроишь, не пеноблоками, только каркасные технологии. Стропила уже отстыкованы и подшиты доской 25-кой под обшивку. Специально мы сейчас пока не выравниваем этот треугольник, потому что предстоит утепление этих стен. Дом растет. Вот такая у нас получилась пристройка, на которой сидит второй этаж и еще мансарда. Здесь еще мы будем делать перегородки межкомнатные. Осталось утеплить еще стены. Одна сторона утеплена уже. Для нашей климатической зоны утеплять нужно минимум 200 мм. И тогда зимой не будет холодно. Снаружи мы обшили фанерой 9-кой и заложили контрабрешетку для продуха. На полы мы устраивали 40-ку доска для того, чтобы не пружинил пол. И фанера уже толще. Не USB фанера, а водостойкая именно, ФСП. USB менее экологичная, потому что пружечный материал пропитан клеем. А это все-таки березовый шпон на водостойкой основе. Мы здесь сделали потолок акустик лакбайт. Специально утеплитель, он увеличивает шумоизоляцию. We'll be right back.
полноценный второй этаж с тремя большими комнатами и санузлом. Возьми, коллега. Металлочерепица с покрытием. Пема матовая. Здесь скат длиной 5 метров 50 сантиметров. И листы нарезаны у нас цельные. Никаких стыков нет. От конька и до карниза целый лист неразрывный. Мы установили уже снегосдержание. Как видите, мастер стоит на этих снегосдержаниях. Его вес удерживает спокойно. Водосточная система 125 диаметр. Это аквасистем. Здесь установлена сетка для продуха. В этом зазоре будет вентилироваться наша мансардная кровля. Капельник конденсата, по которому конденсат будет стекать. Мы обличаем труд фасадчиков, готовим фризовую полосу. Не знаю, кто будет производить обшивку фасада. Фасад еще вырастет, поэтому мы дали карнизный свет чуть больше. И подшивать софитами надо уже после фасада. Николай, ну, ваши пару слов о компании «Кровмонтаж». Вырезано ничего не будет. Я хочу пожелать компании «Кровмонтаж» побольше проектов, хороших и разных. Все, спасибо. Спасибо, всего доброго. И вот наступил конец нашей стройки. Как видите, есть чем сравнить, как было и как стало. Этому дому предстоит еще отделка фасада, но это уже будет другая история. Надеюсь, наше видео было интересным для вас, познавательным. С вами была компания «Кровмонтаж» и я, Мороз Алексей. Пока!